Детский сад номер 4 работает всего полтора года, и все работы по благоустройству территории ведутся своими силами. К полезному делу своих малышей здесь привлекают в игровой и познавательной форме. Детский садик новенький, естественно, не было ни единого цветочка, ни единой травинушки. И все нашими силами, с помощью детишек, наших воспитанников, уже второй раз мы запланировали такое мероприятие, как посадки деревьев на наших участках. Малыши в восторге. Не только сажают деревья, но и узнают много нового о деревьях, об окружающей среде. Они любят наблюдать за деревьями, рассматриваем, из чего состоит дерево, как оно растет. То есть от самого рождения, что происходит с деревом. Все деревья они знают, потихоньку распознают их и с удовольствием их узнают. Они разгадывают и загадки, уже все знают про деревья. И довольно порядка 20 деревьев знают. Ярослав Степанов помогал прикапывать корни, поливал деревья, чтобы они прижились. У него уже есть свое понимание, для чего же это делается. Чтобы люди видели, как деревья, и радовались, что они выросли, их деревья. Им они нравились. Высадили дубы, липы и березки. Озеленение территории продолжат будущей весной. Мы очень надеемся на то, что и сегодняшняя высадка деревьев, и предыдущие, все деревья приживутся, и через несколько лет у нас волшебная страна будет утопать в зелени. А летом ребята будут играть уже в тени деревьев, посаженных своими руками.